мой взгляд, потому что все-таки подъехал Гильманов. Была информация, что, возможно, Герман не подъедет, но Гильманов в игре, а это значит, что лидер 3 на 3 подъехал, Сытник тоже здесь. Смирнов, правда, на травме. Не припомню, чтобы так мало было игроков у этой команды. Обычно они приезжают более многочисленно, 9-10, а бывает, что и больше. Помню, что в начале года они по 15 человек приезжали. Оу, на Евростепе зашел линии. Фролов играет на Рутюняна. Сам... Джорко. Оу, еще один блокшот. Гильманов на этот раз был. До этого Сытник блокировал бросок соперника. Теперь Гильманов. Так, и не забивает. Точно под быстрые отрывы. В этом плане Академия, все-таки у них более гибридный стиль. Они могут и трешки, у них есть Мазов. Много у него было попыток и после собственных промахов, и после промахов партнеров, но не забивает. Джорко. Хамидулин на Сытника. Сытник Академии. Это у нас кто, нулевой номер? Хамидулин на Сытника. Как раз сейчас нулевой номер с мячом. О, вот это день авиации! Ай-яй-яй, запорол ассист. Карбенков с мячом. Джурко. Джурко вошел в зону на широком шаге. Забить не сумел, подобрал. Он прощает, прощает Гильманов. Этот парень умеет бросать три. Воу, здорово. Одноочковая. Так. Джурко. Джурко не забивает Артем. Джурко. Скидка на 30-го, Турбинков не забивает, он со средней, часто получает мяч. Но вообще это тоже вот очень важно, какой ты мяч можешь выловить, какой сложности передачи, какой высоте, какой силе. И вот у Джуркова в этом плане все в порядке, он действительно может практически любой мяч. Нисова, Сытник, не стал делать скидку. Оу! Фролов. Ну там, в общем-то, не было брать. Не забивает 30 номер, первый штрафной. Академия, Гильманов. Гильманов! Денисов подобрал, Сытник в ранний пас. Гильманов! Гильманов. Гильманов. Заслон для Рутюняна от Миронова. Мирутюнян, хорош. Так, хороший ассист на нулевого. О, там у шанса забить. Мутаев. Ой-ой-ой! Так много промахов. Не все получается у команд в атаке. Мутаев, мне кажется, пытался найти контакт. Так, это что, очередной блокшот Гильманова? Джурко. Оу, Джурко. Его там проблемы, чтобы мяч выловить. Гильманов. Оу. Ой-ой-ой, какая ошибка. Ну и Мутаев на своей половине площадки. Это потрясающий результат. Пытается Хамидулин раскачать один в один. И получается у него выиграть пространство. Находит он там Миронова под кольцом. Не знаю, странное решение от него, конечно, было. Вау, просто мяч отдал. Хамидулин в защите. Рутюнян устремляется. Быстрый отрыв. Хамидулин. Хамидулин. Хорошая скидка. Гильманов. Гильманов. От кольца к кольцу. Джурко. Джурко. О! Один счет. Джурко. Скидка на Кочнева. Кочнев 3. Кочнев играет за обе команды. Он и за Радгерс, и за Айбаскет. Короче, там видишь связь. И видишь, Кочнев тоже оттуда. То есть Кочнев играл за Айбаскет. Кочнев. Разбросался Кочнев. 26. Но команда физически лучше готова. Что тут греха таить? Команда лучше физически готова, команда лучше организована. Ну, конечно. Джурко. Редбол, это Герман Гильмана. 12 очков у него. 10 подборов, 2 передачи, 10 блокшотов. Нормальный такой трипл-дабл. Рабочий с блокшотами. Андрей Елен ставил чисто. Трав. 54 на 35 у нас счет. Джурко. Джурко на подборе. Джурко на Евраз, типа третий фол, а сейчас даже четвертый не говорит. На Германе Гильманове, а Герман все-таки... Ой-ой-ой-ой-ой! Гильманов! Хамидулин закидушка на Гильманова, Гильманов вылавливает мяч. Иногда виноват принимающий, иногда.
Бум! Не, на Кочнева, Кочнев. Подумал о трешке, входит в зону, флотер. А если еще и попелю, почаще будет при... Ой-ой-ой, не был готов Денисов. На перехвате Кочнев. И 18-й. Денисов теряет мяч на ведении. Многовато потерю Денисова. Там сейчас спорить, было ли там нарушение правил или нет. Еще раз нарвался на банан. Так, Герман психует. Психует Гильманов, считает, что там по рукам. Ой-ой-ой, вот это было интересно. Да. Кратить не забил штрафный игрок Академии. И, в принципе, на этом все. На этом все. Арутюнян. Арутюнян. Не забивая в славном проходе Арутюнян, но...